До открытия чемпионата мира по футболу на центральной арене Лужников остается несколько часов, и российская столица уже живет в ритме футбольной лихорадки. Болельщики национальных сборных, приехавшие поддержать игроков, образовали братство, говорящее на одном языке. Языке голов, очков и секунд. Футбол вне политики, утверждают они своим присутствием. Как и британский поп-певец Робби Уильямс, он в восторге от происходящего, и он готовится к своему выступлению на открытии первенства. Потрясающе, что я здесь. Встречи, знакомства, новая для меня культура. Всякий раз в России мне удается отлично повеселиться. Если в футболе России пока хвастаться особо нечем, в классическом оперном пении россиянам есть что показать городу и миру. Оперные дивы Альбина Шагимуратова и Анна Нетребко подарили слушателям простым и высокопоставленным несколько незабываемых мгновений.